Томат фамилия можно выращивать в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение индетерминантное, высокорослое. От всходов до уборки проходит 90-95 дней. Мегаурожайный, с растения собирают не меньше 6 килограммов. На кисти созревает от 5 до 10 плодов. Помидоры круглые, плотные, со слабой ребристостью. Окраска розово-малиновая, масса 150 граммов. Мякоть душистая, очень вкусная, сладковатая с кислинкой. Помидоры этого сорта универсальны. Их можно употреблять в салаты в свежем виде, а также использовать при консервации.